Друзья, добро пожаловать. Это у нас Гео Гессер, правильно? Да, это все правильно. Всем привет. Здорово. Good luck нам пишут. Good luck, да. Мы продолжаем изучать различные города, смотреть, что там, как там и куда нас сейчас... А как Google-машина сюда попала? Я не знаю. Для меня что-то новенькое каждый раз. Слушай, а мы как... Ты уверен, что это Гео Гессер? Да. Гео Гессер Про... Или не про, просто, короче, Георгий. Хорошо, ты находишься в аэропорту какой-то страны, судя по тому, что... Bank of the... Шри-Ланка. Вон там написано Шри-Ланка. Все понятно. Ты знаешь, где находится Шри-Ланка? Да. Вкусный чай, все дела там. Так, ты лучше смотри, я примерно знаю, где это. Вот Шри-Ланка, да. Смотри, то есть мы сейчас прям с лету, да? А сейчас узнаем. Да? Практически. Ну, практически, мы на одном острове. Ну, в принципе, Коломбо, да. Так, дальше. Мои любимые города. Да, Stitch Good, это что у нас? Так, ну давай, ты скажешь Америка, США. Машина. А смотри, надо назад вернуться, там приблизь машинку, да. Приблизь. Я в дерево приближусь. Land Cruiser написано. Land Cruiser. Да ладно. Так, идем дальше. Это броненосцы. Где? Это был броненосец, по-моему, на дороге. Раздавленный? Нет. Ты пересмотрел тех самых? Кожаная рожа. Смотри, это я тебе говорю, знаешь, что это? Это, в принципе, Америка, потому что дома такие, как в Америке. Алиш, ты про каждый городок говоришь, что дома, как в Америке. Ну, не желтая же разметка. Вот же там какие-то указатели еще были слева. Нет, не здесь. Не здесь, там на дороге. Я знаю, ну, мы можем несколько посмотреть. Можем. Так, мотель. Замазали. Мотель, ресторан, кондиционирование, ТВ. Дидифон, я не знаю, куда звонить. Дидифон. Hospital Ambulance, ну все на английском, значит, это реальное, наверное. Что? Делу чего? Дилунгра. Варе что-то там Дилунгра было написано. Так, хорошо, ты говоришь, что тут слева. А что слева? Я думал, там знак будет писаться. Бадж или баг или что-то, load limit. Ну понятно, это не название. Так, хорошо, выходим. Это Америка, это самое, нет? Караван-парк. Ты знаешь, где караван? Караван — это там, где трейлер, наверное, стоит. Это где коров водишь, и караван, правильно? Конечно, Алиш. Так, куда идем, направо или налево? Где-то направо песнь заводит, налево сказку говорит. Там куда? Какой-то человек стоял. Где тут? Только что был человек. Где? Ну только что ты нас сделала вперед, был человек. Давай, может, все-таки сюда? Поехали. Тут машины есть. Так, мы вроде едем правильно. О, смотри, там классная машина была. Давай назад. А ну. Там реально забавная тачка. Что? Я думаю, это Человек-паук. Такое? Это что? Спайдер-Вэн. Спайдер-Вэн. Я же говорю, что это Спайдер-Мэн, только Спайдер-Мэн. Спайдер-Вэн, за какой няшный Спайдер-Вэн. Так, я хочу сбоку, может, посмотреть на него. Учти, кадры меняются. Я знаю. Так, и... Праворулейная. Праворулейная, значит, Австралия опять. Новая Зеландия, кстати, может быть. Новая Зеландия. Хотя, я думаю... Это где снимали «Властелин колец»? Да, там же тоже были какие-то теплые места, холодные. Но либо Австралия. Там были указатели слева. Да. Бундарра, скажи мне, Бундарра, State Reception Area, Boat Ramp. Бундарра, 72 километра. Хорошо, давай смотреть, где у нас. Есть ли тут где-то Бундарра? Бундарра в Австралии, мало ли. Ну, я вот тебе по этому карту приблизила. Хорошо. Ну, давай Бундарра, мало ли. Так где ты ее видишь? Нет, я не вижу так. Ну, хорошо, где Австралия все-таки, или Новая Зеландия? Да, Австралия. Так... О! Да ладно! Это же чудесно. Так, поехали дальше. Хорошо. Мы уже, знаешь, с тобой... О, как красиво! Смотри, как няшно. Да, смотри, красиво. Как красиво. Пытаюсь... Посмотри, как бычок бежит коровку чпокать. Так милашно же. Смотри, как он ты бежит. Ты наркоман? Нет. По-моему, ты наркоман. Смотри, он бежит к ней. Привет, моя хорошая, говорит. Смотри. Думаю, ты что, совсем попутал? Он мне говорит, смотри, там Google машина. Давай, пусть нас запечатлят. Возможно, кто-то будет играть в Гео Гессер, там, типа Даша с Брейном. Все окей. Все обсудят, да? А что там за пылюк такая? Ну, сейчас, наверное, кто-то проехал. Бычок твой пробежал. Идет бычок, качается. Вздыхает на ходу. Вон доска кончается. В игру я попаду. Да, так, чудесно. Мне очень нравятся стеглюки. Так, а кто ж тут такой пыльный-то проехал? Есть тут кто-то с нами пыльный? Нет. Ну, это горная местность. Да ладно. Мелко, да? Да ладно, Алиш. Лишь ты... не надо мне щекотать, хорошо? Я не щекочу, просто. Ты просто. Я а где-нибудь тут есть? Есть какие-нибудь места? Может, мы все-таки углубляемся? Не знаю. Я молчу, просто мне интересно, куда это доведет. Тихо. Так. Прекрасно, цивилизация.
Мне только столбы вчера поставили из дерева. С чего ты взял, что только вчера? Так. О, как все тут хреново. Ну, тут должен же быть опознак. Посмотри, остановка. Чувствуешь элитность остановки? Обычная остановка в горной местности. Так, ну поехали, мы же должны найти. Может, это Армения? То есть, если горная, то Армения. Ну, а почему? Если хорошие дороги, то Америка. Ну, хорошо, какой-нибудь Таджикистан, я не знаю. Мы как-то, знаешь, как-то интересно, Google машина едет. Так. А Google машина там была, это уже достижение. Так, вот машины. Мы почти догнали машину. Это почти трасса уже, да? Да, это сам магистраль. Так, подожди, ну должны быть какие-то знаки. Это было маленькое поселение. У маленького поселения должно быть название. Ну, даже если она будет называться какая-нибудь Барбацутска, вон там что-то написано. Н-Г-Т-А-Н-И-Е. Нгатане. Нгатане? Нгатихине. Нгатихине. Что это? Я вообще не знаю. Может, Нигерия? Может... Не-не, может, люди просто вот английские буквы увидели, все, написали. Мы будем называться так. О, Ваката 81-я, Пунки-Пуки. Что это вообще? Вроде указатель есть, да? Атататия. Смотри, это на дереве выбиты. Это как на уроках труда выжиганием занимались. Вот, ёпта. Google машина даже не закрашивает на дереве выбиты. Потому что она, наверное, этого просто не я понимает. Я боюсь, что это это не третий мир, это четвертый мир, наверное, если есть. А, смотри, туда дорогой вообще нельзя. Google машина, наверное, там и осталась где-то. Потерялась, да? Я боюсь, что да. Слушай, ну хоть одну машину мы тут найдем. Тут машина же ездит? Ой. Я думаю, что вряд ли. Как Google тачка туда попала, для меня вообще загадка. Что там пишет? Хоть что-то есть? Марайя. Слушай, может, это реально какая-то Африка? Нет, не Африка, вряд ли. Мне тоже кажется, что какая-то Северная Африка. Это уже Марайя. А как Марайя выглядит? Марайя Керри или в смысле? Нет, не та Марайя. Так, ну хоть какой-нибудь давай еще указатель, и будем уже тогда определять. Ну, интересно, да, хотя вон там дальше вроде цивилизация уже. Так, ну вон машина, понимаешь, как-то машины от нас резко уезжают. Так. Давай, 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 давай же. Цивилизация. Я не поняла, какой это язык. Слушай, нас зациклило, по-моему. Все, возможно. Видимо, дальше машина точно не проехала. Во. Какие-то указатели. Что? Куда? Куда нас бросило? Я не знаю. Во-во-во-во-во, да. Ага. Что там оно увеличит? Пиповаи, Апахи, Матавая. Окапу. Аракат. Слушай, черт знает, что это вообще. Я вообще... Пипивай! Где ты живешь? Я живу в Пипивай! Так. Покапу, Атирия. Скул, Матавая. Мне кажется, это какая-то Африка. Подожди, может быть Африка, может быть какая-нибудь Азия. Нет, 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 нет. Африка нет. Такая вот растительность? Азия такая вот растительность? Хорошо. Два географа собрались, да? Угу. А представляешь, взять сейчас реально учителей географии и сказать, проходите геогессер. Вот вы пройдете, и тогда будете нас учить дальше географии. Слава богу, что в тестах такого нету, ребят. Представляешь, что тесты? Ну, видно, это очень бедная какая-то реально страна. Без обид, ребят, я надеюсь, что это... Но это такой язык, это не английский. То есть, и опять-таки не азиатский ж какой-то. Так, вон там, что это? Это просто знак. Ну, смотри, дорог, тут есть... Дорог здесь в принципе нет, насыпь просто из щебня какого-нибудь. Ну, это горная... О! Ебателиточка. Это, наверное, местный Оксфорд. Оксфорд? Или Кембридж. Слушай, мы, по-моему, твоим чпокающим коровам вернулись, не? Нет. Чпокающим коровам мы? Угу, которые чпок-чпок-чпок делали. Что ж ты ролишь? Не знаю. Футбольное поле есть. Давай выберем, что это Африка Северная. Хотя вряд ли, я сейчас представляю, как ребятки угорают. Какая Африка, ёпта! Может, Мексика? Может, это Мексика? Бразилия? Не-не-не-не, у них там другой язык. Что? Рапа-рапа? Это как Зака-Зака или там еще что-то. Чего? Рапа-рапа. No exit. Рапа-рапа. Но тут английский еще есть, учти. Может, Малайзия какая-нибудь? Не, не Малайзия. Ну, давай попробуем. Мы еще в Малайзии здесь не... Блин, куда нас крутит? А куда это нас крутануло-то? Давай. О, смотри, мы куда-то по щебенке можем подняться. Мне как Google тачка туда вообще забралась? Ну, тут она это там... точно не Европа, это точно не Америка. А по деревьям? Что за деревья-то? Я не знаю. Сосны какие-то. Хорошо. Сейчас едешь, едешь, а там разбитая Google тачка. Это не остатки Google машины, смотри. Ёпта. Я не знаю, то есть, знаешь, вроде дороги есть, есть знаки, даже столбики вон есть дорожные.
Ну, давай выберем уже там Африку, то мы долго здесь. Думаешь, стоп, пальма! Это не пальма, папоротник. По-моему, это папоротник. Папоротник рыжий. Хорошо. А мне что-то кажется, что это не Центральная ли Америка какая-нибудь? Не, рапа-рапа, там в Америке рапы-рапы вряд ли есть. А не может быть Перу какой-нибудь? Перу? Ну, смотри, давай сделаем так. Я думаю, что это может быть Африка, наверное, северная. А ты что выбираешь? А что северная? Северная Африка у нас что? Ливия, Алжир, Марокко. Давай же скажем, что это Мавритания. Египет. Мне кажется, Мавритания. Что это что-то из вот этих. Подожди, а может быть... Зимбабве? Зимбабве уже было. Давай выберем Зимбабве, ладно. Давай. Замбия. Хорошо, короче, плевать. Черт. Что это Новая Зеландия? Что? Новая, сука, Зеландия? А мы говорили, по-моему, Новую Зеландию, да? Новая Зеландия, мы на другое говорили. О-о-о. А вот это уже красиво. Смотри, там озеро справа. Так, ищем. Вот что-нибудь. Как весело, блин, по безлюдным дорогам, да? То в аэропорт кинуло, то в безлюдный. Это труп лежит? Какой труп? Это труп лежит, смотри. Это труп. Ну, это часть автомобиля. Значит, отмёрзшая... он ездит машины. Да? Отмёрзшая часть автомобиля. Знаешь, так назвать? Труп в GeoGuessr. И сразу миллиард просмотров. Точно, мы нашли трупы. Труп, ну, в по мешке. Сути, это часть уже отмёрзшая от машины. Действительно. Так. Какая веселая дорога, да? В никуда. Так. Мне просто непонятно, почему кидают в такие места, где реально надо фиг знает где клад. Под Залупинской. О, машина, смотри, впереди. Это машина? Ага. Да, хорошо. Неясно. БД у него или... А, 80, так, ничего не будет БД. БД? По-моему, синеватый немножко. Да, значит, Евросоюз. Так, чел, давай смотри. Ох, какие наколки там. Смотри, какой сидит мужлан. Ёп. А что с машины? А, да, наколка. Что, блядь, происходит? Не знаю. Но опять все-таки это синенький. Значит, это Европа. Мне кажется, может, Германия какая-нибудь. Так. Европа какая-нибудь, Германия. Ну... Я понял, да. Смотри, кемпинг-километр. Ты доедешь? Да, конечно, доеду. Я имею в виду, что, судя по растительности, широта такая широтная. Широтная широта. Где кемпинг? Может, этот чувак вместе с нами в кемпинге ездит? У него такая рука и татуха там такая эпичная, знаешь, такой дальнобой конкретный. А мне интересно, мы... А, получается, правильно едем по движению. Я не знаю, как вот реально здесь узнать, где это? Ну, ехать по кемпингу. Вот как ты в этом, в аэропорту? Знаешь, я думаю, надо придумать беззвучную мышь, потому что вот это клацанье... Не-не, я просто представляю, вот они хотят делать тихие мышки, компьютеры, там, клавиатуры. Сделайте реально тихую беззвучную мышь. А у меня есть тихая. Моя мышка тихая. Это твоя громкая. Да. Мои очень тихие все. Нет, у тебя не тихие. У меня очень-очень тихо. Так, вы мне скажете... А можно как-то перемещаться быстрее, интересно, тут? Вон еще колесо чего-то валялось. Еще один труп. Вот так, да, перемещается, потому что стрелочкой очень долго двигаются. Ну? Я бы не хотел. Что-то мне это место вообще не нравится. Кемпинг был туда. Ай, блин. Так, где дорога? Ты увеличишь колесико мыши, уменьшай, чтобы было видно. Сейчас уменьшу. Так. Тут конец будет вообще? О, такое впечатление, что там на дороге кто-то кого-то размазали, потом заново закатали. Вон там какой-то этот бигборд. Ну давай, даже интересно, что это может быть. Вот и я об этом же. Ну? Туда километр, назад километр. Ну, заметь, километры, значит, это действительно европейские. Где в Европе так красиво? Европа какая-то, может быть. Ну, это должна быть широта, где есть осень, зима, это не юг. Это не какая-нибудь юг Франции. Слушай, а может, реально немцы? Думаешь? Я уже думаю, может, какая-нибудь Эстония, Латвия, Литва. Вряд ли, мне кажется, Германия. Похоже на Германию, в принципе. Километры у них... Хотя дороги в Германии, по-моему, очень хорошие. Родной, и Новая Зеландия, мне казалось, что хорошая. Так, ну... Не, безлюдно, ну не знаю, ну кто вот эти карты подбирает, делайте хоть какие-то зацепки, блядь. Знак паркинга нам ничего не говорит. Ну, наверное, люди думают, что ты очень много путешествуешь. Может, это... Польша какая-нибудь, реал? Ну, в принципе, а там в наколках ездят? В Польше ездят как угодно. Там плевать, наколка у тебя, не наколка... На жопка. Главное, чтобы ты Sprechen Sie Polish, а там уже все окей. Sprechen Sie Polish. Понятно. Ладно, давай Польшу. Польшу? Давай Польшу. Вон, чуть-чуть Нет, выше. Я просто думаю, что еще? Ну, давай Польша. Я не знаю, реально, тут хер определи... Что?
Что это? Швеция! Это залупка была Швеция? Да ладно! Вы что, прикалываетесь? Аэропорт. Аэропорт. А что ж так все тут ужасно? А что это действительно с аэропортом? Что с качеством? Почему машина, видимо, ехала как машина прошлого? Неудобно, да? Вообще-то да. Ну, прости. Не в интере, видишь, написано? Да, Enter. Enter. А ты мне скажи, что вот с цветом экрана? Старые Google карты, видимо. Так, ну хоть флаг. Ну, это, короче, Америка, точно тебе говорю. Ты поэтому сам GTA San Andreas, да, переиграл? Машинка полицейская, как в Америке, да? Ой, короче, Лиза, я боюсь, что мы не поймем. 13-й год. Впечатление, что это еще при Сталине снимали. А действительно, что с качеством? Так, хорошо. Ты должна найти участок гетто этого, где есть хоть нормальное HD разрешение. Ты думаешь, там такое есть? Думаю, да. Так. Смотри, это какая-нибудь Мексика, точно что тебе говорю. Что это у нас тут проплыло? Мне нравятся эти водяные знаки. Ты уже в 15-й год въехала. Качество не меняется в гетто. Слушай, а что с машиной? Посмотри, как она наклонила. Что с машиной? Я боюсь, что ее там, наверное, разобрали местные гопники. Так, ну хорошо, давай Америка. Это Мексика, наверное. Мексика? Или какой-нибудь штат типа Колорадо, там, не знаю. Лодка, кстати, есть лодка, значит... Ох, тачки американские, типичные из GTA 4, да. Смотри. Ну хорошо, что тогда это? Ой, какой штат? Ну давай. Невада там вряд ли, наверное. Айдахо. Айова давай, вон там справа, где жирным написано Соединенные Штаты, чуть-чуть правее Айова выше, да, вот Айова. Я не знаю. Угадал? Нет. Айдахо? Нет. Нью-Мексика? Не Мексика. Ну, почти угадала. Сколько там, 1000 километров? Ну, смотри, мы неплохо так. Хочешь еще один раунд? Да, еще разочек давай, побыреньку. Вот, нет, слева, да. Ребята, знаешь, что нам еще советовали с тобой? Ну, я думаю, на следующий ролик, если мы соберем много лайков. Кого? Тут есть, по-моему, известные места. Famous places. Но это мы на следующий ролик оставим, если ребятки захотят. Так, сингл «Плауер». Плауер. О, это Америка, точно тебе говорю. Это точно какой-то Salt Lake City, наверное. Или Канада, Канада, точно. Канада, ты моя Канада. Куда я заперлась? Понятно. Трейлеры американские, американский автобус. Понимаешь, Америка не маленькая. Понимаю. Что тут написано? Кроулерс. Что с качеством? Там было написано Кроулерс. И что? World Кроулерс, не знаю. Что с качеством, ты мне объясни. 16-й год. Серьезно? Так, название. Что? 2016, Google. Че? One Line Bridge. Понятно. Slow. Slow. Пок. Так. Смотри, что-то красное, вернись назад. Смотри, вон внизу, видишь? Олежа, это же, наверное, бомбочка от солнца. Нет, подожди, а может быть это реально что-то инопланетное? Ведь есть факт того, что Google машина может запечатлеть что-то инопланетное. Конечно. А потом правительство США, ЦРУ и ФБР, возможно, убирают эти все инопланетные моменты, чтобы люди думали, что нет инопланетян на свете. И только в этот момент они забыли затереть, да? Мало ли, почему нет. И мы с ребятами теперь первооткрыватели. О, лодочка хорошая. Хорошая? Что в ней хорошего? Ну, прикольная лодка, я бы тоже хотел такую. Так, давай ехать дальше. Класс, опять мы через деревья едем. Опять? Какая-то шумка. Ну, тут хотя бы красиво. Так, такое впечатление, что мы ищем место, где это сходить по-быстрому. Лежа. Так, пока, все. Фу-фу-фу. Удачки. Люди ж кушают, наверное. Приятного аппетита. Почтовый всем. Ящик. Смотри, какой няшный был почтовый ящик. Он какой-то покосившийся был совсем. Он был нормальный. Так, стоп. Чего? Что это? А все понятно. Все видно, все ясно. Так, надо, наверное, еще сюда. А тут, получается, только сюда поворот? Да. Получается, обратно мы ехать не можем? Обратно уже дороги нет. Что успела, то увидела. Ты не нажимай на стрелки, ты нажимай так. Так быстрее, мне кажется, он делает. Он не всегда едет, или он проматывает какие-то большие куски. Так, хорошо, он еще какое-то поселение. О, домик, давай смотреть номера. Номера американского типа, ящики такие только в Штатах, по-моему, ну есть. Да. Как все понятно. Качество, как качество. Знаешь, человек живет где-то на... Слушай, это не опять там твоя советская звезда? Нет, советская звезда была в тот раз. Что это? Бля, как эпично, а? Смотри, какие. Это тортильи? Блин, у меня в какой-то игре был такой домик, я заходил, там еще труп был. Только зима наверное, была. Наверное, Long Dark? Похоже. А где у нас? В Канаде. Канада, да.
Ты думаешь, слушай, Канада? А может, реально к нам и ни разу почти Канаду не выбирали? Подожди, флаг висел. По-моему, там был флаг. Вернись. Американский. Америка. О, видишь, сейчас бы Канаду выбрали. Нет, это явно, что Америка, потому Америка, что по стилю этих... Чё тут? Обычно просто пишут... Обычно просто пишут там, допустим, штат Мичиган. А это не там, где снимают «Ходячих»? Очень похожая атмосфера. А где их снимают? Ой, на Манхэттене или где они там были? Вообще-то часть в Атланте. А в Атланте, да. Слушай, а может реально Атлант... Бля, какой дом, смотри, как в Расте. Так, хорошо, Америка. Это, может, где-то озера, смотри, может, где-то здесь? Да, 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 Чикаго, Детройт, Огайо. Может, Пенсильвания какая-нибудь? Может, Висконсин? Давай Висконсин. Чё-то я сомневаюсь, конечно. Да ладно, да ладно. Ты угадала. Я тебе говорю. Ну я тебе говорю, еще же логика надо включать. А как ты могла знать, что Висконсин? Просто увидела. Кстати, нет, я же увидела, что там озера. Ну, понятно, дело. Обиделся. Обидели мышку, написали в норку. Почему тебя кидает в заросли такие? Объясни, обоснуй. Если не согласна. Да. Так, ну смотри, мы выехали в поле. Да уже в который раз мы в поле выезжаем с тобой. О! О, стопешенька. Бэйби мост. Швейбенбухен. Новое Крамско. Чехия, что ли? Сабино мост. Новое Крамско. Я хочу посмотреть на твой новый Крамско. Бэйби мост. Вон там еще. Давай, там что-то очень большое, и тут хотя бы дорога есть в Бэйби Крамско. По-моему, ну, похоже на как... Да... Подмоклый мате. Идешь такой в Starbucks. Мне, пожалуйста, подмоклый мате. Куда вам пойдем? С мараком или без марака? Назад или вперед? Я думаю, что это прекрасная Польша. А почему Польша, а не Чехия? Ах, хорошо, может, Чехия. Я что, мы всегда выбираем твое, давай выберем мое. Хорошо, может... Я хотя сомневаюсь, что Польша такие дороги хорошие. С чего ты взял? Красиво. Я думаю, что это Чехия, наверное, там получше. Что это? Машинка. Я понял. Я понял, что это не трактор, как говорится. Так, что там у нас? Мы едем попой. Мы едем попой? Мы едем попой. Блин, там реально красиво, да? Так смотришь? В Чехии, да, очень красиво. Тебе говорю, надо в Чехию съездить. Ну, ты можешь пока посидеть и поклацаю. Какие-нибудь указатели еще будут? Какой нужен? Пум-пум-пум. А почему ты задом едешь, не передом? Могу передом поехать. Не забывай вот так юзать, так быстрее просто. Так. О. О. Пошять. Швид... Швибоджинский. Жмина. Это Польша, да. Такие названия. Подожди, вот еще одна табличка. Тупо поляков, да. Еще табличка. А, то же самое. Железногорск. Это Железногорск. Написано Железногорск. Ты видишь, что тут? Бэйби мост. Железногорск, Польша. Белоток. Как там он называется? Железногорск. Жмина какая-то. Плоть, Лишино, Врослов, Варшава, Люблин. Ломжа. Ну, конечно, мне кажется, где-то тут. Да, ставь, короче, здесь. Это точно Польша. Да, что, Польша? Да. А, Зеленогура, вон она. А, вот да, она, да, мы да, просто да, не увидели, да. Слушай, так, ну практически, да? Ну, неплохо. Так. Коровки, смотри, там снова коров. Лежим. А мы были здесь? Нет. А может и были. Смотри, какой дом. Смотри, там этот батут. Вау. Вон слева батут. Да. Жалко, что взяли. Слушай, а это уже на совком попахивает. Так строили в совке. Да? Я не вижу. Я тоже не вижу. Блин, жалко. Должны быть улицы, названия, хоть что-то. Что тут? Что? Нет, по-моему, это не русский язык. Блин, а совковый стиль? Значит, что-то бывшее из СССР. Так. Коровки. А, смотри, какие коровки. Это туалет, по-моему. И сразу и тут и туалет, и ждешь автобус. Мы как бы двух зайцев одним выстрелом убиваем. Кто? Климки? Климки? Климки. Ну это тоже, наверное, какая-нибудь Словакия, Чехия. Может быть, да. Не, почему-то... Чего? До... Да чего? До СЗК? Дальше? СКЗКЗКЗК. Хорошо, поехали. Как скр-скр-скр прям, поехали, да? Поехали по трассе. В теплой Польше. Думаешь, опять денег Польша? Денег больше. Скр-скр. Интересно, а можно... Бывает, что кидает? Вон там что-то пишет.
Загрузка! Там не прогрузилось еще, видимо. Там не, мы забыли сохраниться. Жезгарка. Жезгарка? Да, Жезгарка. Может, опять Польша? Жезгарка? Я просто не знаю, надо поискать. Не, что? Польский довольно забавный язык, он похож на многие другие. Что, Леш? Тут ходит трамвай, показывает. Какой трамвай, автобус? А. Какая разница? Автобус, трамвай. Одним больше, одним меньше. Мне нравится разметка в виде разлитой какой-то хери. Класс, мы разделили две полосы жидкостью. Ну, просто и легко. О, хорошо. Блин, так, дома чисто Польша, смотри, сарай. Чисто Польша. Ты в Польше был? Нет. Но зато чисто Польша. Что там был за знак угара? Где оно? Росоз. Там что-то... Ну, это какая-то... Мне кажется, может, Словакия. Может, и Словакия. Знак коровок там был. Прекрасно. Кукуруза. Где кукуруза растет у нас? Да везде. Она даже в этой самой... А, машинки такие, да. Все, понятно. Где. Так. Домик. Дома эти... Вот сразу видно совковый стиль. Вот как а у нас любят. Что ты с этим совком? У нас любят так строить. Кто? Сярзякака? Сярзякака. Атакакака. Вот что-то еще. Ну, я предполагаю, что это Словакия. Така. Лака. Давай Словакию выберем. Давай Словению. Словакию. Так. Может, Хорватия какая-нибудь? Чехию хочешь? Нет. А, что ты хотела? Где у нас Словения, Словакия? Хо, спросила, блин. Сербия, Босния, Герцеговина, Румыния, Молдова. Это не туда ты идешь. Черногория. Черногория, может? Нет. Словения вон выше над Хорватией. Чуть-чуть выше и левее. Еще левее. Выше. Вот это Словакия. Словения. Словения, а где Словакия? Не знаю. Возле Чехии. А Словакия вон над Венгрией. Вот над Венгрией справа. Выше. Нет? Да, вот это Словакия. Ну, не знаю. Да ладно. Польша. Опять Польша. Опять поляки. А я думала, что не может повторяться. Это Америка, я тебе говорю. Лежим. Не надо мне вытираться. Это Америка. Кто тебе сказал? Я так уверена. Или Армения. Нет, мы что-то в попу едем. Попу едем. У меня кофточка не для вытирания. Я носик чешется иногда, понимаешь? Ну почеши пальчиком. Не могу, я руку вот подпираю. У кого такие цифры на асфальте? Америка. Тебя бомбит, да? Да, потому что у тебя все Америка. Не все бомбит, пока... Ну, иди. Что? Готита? Готита. Может, Мексика? Конечно. Я же говорю, Америка. Лишь Мексика и Америка — это разные вещи. Я понимаю, я не совсем зашкварный. Какой забор американского типа! Мы такой забор даже в Расте не строили. КМ, по-моему, было написано, да? Камбоджа? Километраж. А, КМ. Ну, хоть какая-нибудь будет нормальная табличка. Хорошо. Ну, машины не такие уже плохие. Так. Чего? De... Утилиза. El Centurion de Seguridad. Чего? Ну, Мексика? Мексика. Вон там еще один, давай. Знак посмотрим. Для Мексикано. Что здесь написано? Ну, давай Мексику. Давай Мексику. Мексика? Да. Я не уверен, правда, но... Да ладно! Ошибочка всего в 700 миль. Всего лишь. Ой, последний, наверное, да? Да, ой. Ой, ой, ой. Там черепушка была чья-то, по-моему, лежала на дороге. Колето де комфорт. Опять Мексика? Наверное, опять Мексика. Мне тоже кажется, что Мексика. Что-то нас повторно кидают. Как-то все совсем плохо. Ну, испанский — это, по-моему, испанский язык. Мексиканский, испанский. Так, ну поехали. В Мексике испанский? Наверное. Мексикано, уно моменту. Так, идем так. Что тут было? Понятно. Знак. Здесь хотя бы фоткали. Смотри, как красиво. Это Америка. Замазали. Представляешь? Замазали. А ну? Пилик. Мос. Пилик мос. О! Курвас. Пилигросас. Проксимос КМС. И что это значит? Ну, писос — это мы будем... КМС — это кандидат мастера спорта. Писос, сасос — это я переводить не буду. А остальное там уже догадываться надо. Я просто... Мне что-то хорошо в языках мексиканских.
мексиканских языках. Ну, я думаю, что Мексика. Смотри, какая... Что это такое? Это ты. Это на тебя похоже я по утрам. По утрам, да? Прекрасно. Да, ты по утрам, у тебя тоже такой чубчик. Я думал, что какой-нибудь apple pen. I have an apple. I have a pen. Pen, pen, apple, apple, pen. Да, было дело. Слушай, ты скороговорщик, ну что? Подъемы. У нас в Seven Days to Die была такая карта. Я смотрю, у вас то в Расте, то в Seven Days to Die. Да? А откуда ж брать? Seven Days to Die. Ага. Ну, я где-нибудь не... таблички что... будут? Что это за место? Ну, юг какой-то Мексики, мне кажется. Оно еще чем-то похоже на Гранд Каньон в Америке, но тут не на английском, поэтому это не Гранд Каньон. О, смотри, там, по-моему, поселение. О, ты до людей дошла? Да ладно. Может, тут флаг? Нет, флага нет. А мы сильно прям во флагах разбираемся. Ну, вообще-то неплохо. Так. О. Так, вот и люди пошли. Люди. И... Боюсь, лучше мы сюда не заезжали. Что? Сан кто? Сан-Франциско? Да сам ты сан... Сан-Франциско? Что? Вот же написано. Франциско... Но это не может быть Сан-Франциско. Как? Я как раз вожу дух Сан-Франциско. Далее же, мы в Сан-Франциско. Посмотри, Дашулька, Сан-Франциско, открой глаза, тебе Америка промывает мозг. Да, это Сан-Франциско, вон даже тёлочка из Сан-Франциско, город в стиле диско. Ты уехала, там была тёлочка. Ну хорошо, что тёлочка, ты по её фейсу поймёшь, что я это? Пойму, а в Сан-Францижанка она или нет. Хорошо. Это вообще-то парень. Вообще-то это ковбойка. Понятно. Так, что, Мексика? Да, наверное, Мексика. То есть у нас два раза, да? Гватемала какая-нибудь? Мне кажется, Гондурас. Я же тебе говорила, что Мексика. Ёпта. Так, ну что, смотри, мы в этот раз справились гораздо лучше. Да, обязательно. Так что, ребятки, если хотите Famous Places в следующей серии, обязательно поставьте лайк. Да, обязательно. Все, ребят, до скорой встречи, пока-пока-пока. Всем пока-пока.